I think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! После вчерашнего стрима, кто был, решил сделать немножко такую нарезочку лайфхаков. Лайфхаков, если это так можно назвать, с Украины. Еще не проснулся, не пил кофе, зато потренился, покачал прессик. В общем, надеюсь, кому-то эти лайфхаки помогут. Еще поставляю смешные моменты. Конечно, это не все моменты, которые были на стримаке. Кто был, те, думаю, знают, о чем я. Кто не был, заходите, смотрите. Запись стрима есть, она, конечно, 4 часа, но я повыбирал самые яркие моменты для вас. Ну, не знаю, веселая, конечно, тема. В общем, как обычно, поставили лайк, кто не подписан, подписался по максималочке. Приятного просмотра, будем еще ловить такие же моменты и лайфхаки. Нахуй ты мне всрался, я тебе ебать, ебка, смотри, это давай дальше. Ты у Миджона знаешь? Миджона знаешь? Конечно, я с ним вчера, блядь, бухал. Бля, так он голубой. Да, ебать, спасибо за открытие. Дальше. Пизду, ебать. Куда? 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 Попи. Там у Миджон уже. Там у Миджон уже. А? Там у Миджон уже. Там у Миджон уже. Это твой брат, что ли? Не. Не. Не? Ну ты же сказал только, что да, блядь. Так это расширитель дырочек. Расширитель дырочек. Вот, кто тебе такое сказал? Как это кто? Так это все знают. Кто все? Кто это? Все это ты? Я и все. Здорово. А ты чё не лысый? Я пиво пью. А чё не лысый? Я не могу постригтися, потому что парикмахер світ закрытый. Так машинку купи. Таку, що яйця бриєш. Та нема грошей, блядь, де я тебе куплю? Як нема грошей? Зароби. А ти откуда? Я? З Америки. Откуда? З Америки. З Америки? Ніхуя себе, а чого в тебе стоїть Україна? Ага. Ні, так Україна стоїть, я ж з тобою на українській можу спілкуватися, я сам з України. Ну я з тобою теж можу розмовляти. Ну так я вибрав Україну, щоб своїх знайти. А куди з України? А не можеш нам з Америки вислати машинку хорошу? Машинку? Яку? БМВ? На чоловік 200 тут в Києві, блядь, сидить уже. Ми тобі волоссям вийшли. А що ти п'єш? Чай? Що, заросли? Я чай, да. Да, блядь, пий пиво. Я та тільки кажу, нема нічого в магазинах. А що у вас там за этот, за пиво? За пиво? Так ніхто, пива нема, все розкупили. Ні туалетки, ні гречки, вообще нічого нема. Паніка. Та ти що? Да. А як ви там живете? Виживаємо, так як і ви там. Та ну нахуй, ну що, блядь, даже гречечки нема чи що? Та нема, та, я тобі кажу, піти в парашу посрати теж нема чим підтертися, газети. Ну, блядь, вот. Я всегда казав на Україні, що надо, блядь, надо туалетну бумагу использовать з двох сторон. Та як? Буде всій Україні. Типа одну собі, а потім другу дав? Ніхуя, от ти пішов разок, да? Ну. Сохранив її, повісив. А, повісив, потім приклеїв на двері? Через другу сторону витер. Ну, я поняв, ти вже війшов, да, в курс? Я поняв. Лайфхак. Ну, просто, блядь, так даже дешевше, поняв? Не, ну правильно. По чому там у вас туалетка в Україні? Ну, я ж не знаю, по чому у вас. Ну, у нас один бакс, рулончик. Це виходить, якщо на гривню, десь 30 гривень. Це 20, 30 гривень. Да. Блядь, давай я тобі по пів бакса буду висилати. Давай. Давай, это, Обуховська, пойде? Та ні, вона грима. АТБшна. АТБшна? Ні, вона хрінова. Ні. Дирки будуть. Ну, блядь, ну панда це, звісно, почти по долару. Дорого, да? Да. Блин, вона 27, да, вона якраз по долару виїхала. Ну, там 4. Це бля? Ні. Ні. Продюсер. Продюсер. Подожди, ні, просто какой-то чувак говорил, що он ищет какого-то ютубера, я так и не услышала, короче, лысого. Я такая смотрю, ты такая, ну, вроде, знаешь, обстановка такая, типа, ну, как бы, не дешевая, знаешь. И, типа, и ты, знаешь, ну, не волосатый, как бы. Чё не волосатый? Волосы есть, он. Не, ну, я, ну, блин, ну, у тебя ж не эти чёлки сейчас модные, которые у пацанов. Да у меня была такая, я просто побрил на спорт. У меня волосы были до плечей, да.
Совсем другой Я человек. совсем другой человек. Не, ну тебе как бы я сейчас смотрю, я тебя не представляю с волосами А вообще. что, у меня А что, волосы у меня волосы собраны были. собраны были? Нормально. Нормально. Я стриптизер Я просто. стриптизер просто. А-а-а. И как женщины больше ведутся на волосы или на лысых? На писюна. На писюна. А, это, блядь. Это Блин, ну логично. я. Логично. Ну да, как бы. Не, ну ты типа стример, да? Стример. Я не стример. Что все думают, Что все я думают, какой-то я продюсер, какой-то стример продюсер, сразу, из-за стример, того, что сразу из-за сзади того, обои что сзади такие? обои такие. Если честно, то да. Ну, типа, сейчас выглядит вот так вот. Типа, ты сидишь в кресло, как будто какая-то веб-камера тебя, знаешь, типа, снимает. Наушники, вот эта вот фигня сзади. Типа, Нет, так ты я просто могу выглядишь. вообще Нет, без так я могу наушников вообще без сидеть, наушников одеть обычные сидеть, одеть наушники. Это обычные просто наушники. наушники. Понимаешь? У простых людей вот на фоне шкаф, обои, не знаю, там. Я А у понял. тебя Надо в как бы туалет, надо короче, в туалет, перемещаться. короче, перемещаться. надо. Только тогда все будут переключать, потому что будут думать, что ты извращенец. Ну, я буду руки вот Я так буду вот руки вот держать. так вот держать. Да, типа руки на стол. Слушай, а сколько это зарабатывают эти стриптизеры? Ну, смотря на Ну, ком, смотря ну, на а ком, если ну, не знаю, молоденькие если девочки, молоденькие там, по девочки, 100 там, по долларов с одной, 100 долларов с если одной, и если 40 40 плюс, плюс, там, там, 200, 200, 250. 200, 250. Ого, даже так. И Опытные, тебе сколько опытные лет? платят, Опытные а? платят. Тебе сколько хуй лет? Сколько мне лет? Сколько мне лет? Да. 5. 25. Раз нормально, за Раз вечер нормально, можно до за штуки вечер бакса можно до штуки поднять. бакса поднять. Не, ну вообще, это же нормальная, типа, такая работа. Не Ну, это пыльная, надо хобби. сказать. А Шел, ты... потанцевал и Шел, вышел. потанцевал и вышел. Ты кроме вот, ну, как стриптизера, ты никем не занимаешься больше? А зачем? Я зачем? А Пришел, пришел, пару если часов состаришься? оттанцевал там 4 Отанцевал там часа и 4 получил часа 100 и получил баксов. 100 баксов. А когда ты уже состаришься или когда у тебя будет уже семья? Тоже буду танцевать. Что А тут как такое? жена будет на это реагировать? Стриптизерша жену Стриптизерша возьму. жену возьму. Не, ну Чем? круто, круто. Типа я ничего, я не этот. Это как бы, ну, я ж Это там потом ничего не свой делаю вообще, такого. свой стриптиз-бар откроете. Вот с этого и бизнес пойдет. Нормально. Что, нормально? Сейчас будут Сейчас все на будут стриптиз все на переходить стриптиз онлайн. переходить онлайн. Ну, в Все по домам принципе, сидят. по домам Все. сидят. Это лучше, чем Не, ну сидеть и лучше, чем дрочить. сидеть и дрочить. Ну да. Ну, привет. Привет. Прикидываешь, только что Зеленского видел Где? По телеку? в чат-рулетке. Да ну, Зеленского не верю. Да ну, а кто-то, что-то, блядь, кто? То телек был. Кто-то телек А, врубил. то мне наебали молодежь. Наверное. Что, ты с ним общался? Ну да. Нахуя? Ну, я говорю, что там, Владимир Александровиченко, все нормально, не волнуйтесь. Я пошел дальше. Наебалы, 100%. Наебалово? 100%. Ну, Ты хоть за возможно, него не возможно. голосовал? Не-не-не. А за кого? Я За Яныка? не. А чё? Зачем мне Ты что, Яндекс? не любишь профессорей? Не, я их люблю, блядь, но просто, блядь. Нормально шапки снимал, у него это четко получалось. Заебись. А что, мне надо было за него голосовать? У меня такой ватно-ватно-дебильный вид. А чё, ватно-ватно-дебильное? Чим Яник, що він поганий був президент? Гривня Не, була, ну. долар був по 8 гривень. Ну, да, был повесим. И за одну ночь, блядь, Карантина не було. золотовалютный запас за одну ночь исчез. Карантина не було, коронавіруса не було. Всі ходили, Да, гуляли. все были довольны, все. Страуси бігали в Межигорі. Да, кстати, что плохого, что он поддерживал страусов. Я тоже так думаю. Да, парень был нормальный, любил страусов и поддерживал их, блядь, нормально. А что сейчас, блядь? Все по домах сидят, дрочат. Нет, а И я уже денег старый, нема. но ось мои руки, я не могу уже дорочить. Мне уже важко Сложно. Хвата дорочить. немає. Так треба хват Да ну. розрабатувати. А зачем мне? Я уже старый на это все дело. Я можу дики дать пососать. А, понятно. Ну, я уже такие вот она.
таких ролях могу быть, дать только пососать, то больше с мене толку немає. Так, тоже так, нормально. А, доручить, знаешь, руки уже слабі, уже тут. Ну, молоді, ти ж бачиш, качають всі руки. Я теж от рішив банки. Вони в качалку. Бачиш, я теж я... качаю баночки. Спеціально, щоб... У мене теж нормально, щоб... ти повірь. У мене ну, тут теж у діда теж. Спеціально, щоб це... Щоб подрачувати. Теж нормально. Ну, в тебе скільки вам хватить? Там 42 є у тебе біцепс? Та більше. Я думаю, є. Більше 45. 45. Ну, значить, ти бачиш, дід навіть називає числа якісь такі значення. Що дід в темі опыт. Теж. Опит. Да, опит не проп'єш, я тобі скажу, це нормально. Так. Да. А я тут пацанов учу, жалується мені, що цей, маски, бариги, лупять ціни великі. Я кажу, ребята, кажу, дуже просто, береш стару футболочку, вирізаєш шмат тканини, угу. Складуєш її вдвічі, потім між оцими тканинами береш у мамки, впиздиш таку прокладку до пізди. Ні, лайфхак. Це нормально. Ну, ось. Угу. Жіночі прокладки, дівчачі. Угу. І це фільтруючий елемент, воно чітко. Тут, розумієш, у них все продумано. Знімаєш оцю хуйню, я ж не знав, я ж ними не пользуюсь. А я теж не пользуюсь, ну, ну-ну-ну. Так. Да. Ну, ну, надо ж все когда-то вперше буває. І, оказується, цю бумажечку знімаєш, а там ліпкий слой, і воно приліпляється. І воно сразу, нормально, так... сразу до губ, да? Ні-ні-ні, ти ж його між двома шарами тканини. А, ти... я думав, зразу на губи цепляєш і зверху пов'язкою, футболкою. Це взагалі було б обалденно, да, ну, воно не так дійсує, да. І оце от є фільтруючий елемент, там такий чіткий. І оці пов'язочки пришиваєш, от тобі вже... Бля, то це, походу, зараз прокладки в ціні пойдуть, треба скупити прокладки. Ні, ну я лайфхак людям даю, я ж кажу, щоб, знаєш, проти бариг, щоб, а то бариги, блядь, по 100 гривень там за маску лупять. Ти взагалі там, знаєш, можна в сосну в'їхати головою. Я знаю, бачив, що просто гандони надівають і дихають. Презервативи на голову надівають. Ну, серйозно, є такий лайфхак. Правда, там ну, на минут 5 вистачає, щоб, ну, щоб в магазин збігати туди-назад вистачає. Ти знаєш, я колись працював на фермі на медицинській. Ага. І мій товариш на спорт одягав на голову гандона. І надував його носом. Ну то є, це ж такий самий лайфхак був, показали його, спасає, каже, взагалі супер. Просто треба воздуху нормально набрати. Ну так, да, накачати його треба, так. Да. Я бачив, як він лопається на її блету. Дуже цікаво, так. Да. Понятно. Ну хорошо тоді. Класний лайфхак з прокладкою, кстати. Да? Буду розказувати молодежі. Ти ще слушай, тут ще одна тема. Яка? Я тебе розкажу. Я ж за старий, ну я чуть-чуть передвинутий, там по інтернету лажу. Угу. І оце недавно заказав свою маску, блядь, американську, ну думав таку чітко, блядь. Таку, да, 10 баксів отвалив, сука, блядь, уже такі, ну. А, там, професіонально для бігу? Не проп'ю, американську маску візьму. А мені вислали уроди якусь фігню. Мене, видно, кинули, слушай, я не знаю. Ти показати маску? Давай, покажу. Ну, так, що це чітка маска, а я думаю, що це кидалово, а ну. А це ні. Ну що, нормальна маска? Сімпсон? Да, Барт Сімпсон, да. Так написано на упаковці Original American Quality. Ну так правильно, оригінальна річ з Америки. Тепер тільки да. Треба пропаяти дві дірки, різиночку. І все. Mm-hmm. І всі баби твої. Є тут. Ай, ну вообще заебісь. Треба тільки глаза чимось защитити. Прокладкою можна закрити, щоб не продувало. Нормально, да. Хорошо. Слушай, який в тебе канал? У мене? Я продюсер. Да. Ти продюсер? Да. Ну я ж так розумію, що ти не працював на публіку чуть-чуть тут. Нормально? Яку? Так я ж на студії сижу. А, понял. Да. Просто в тебе для душі. Так, да, для душі. Я понял. Ні, ну якщо я дивлюся, знаєш, так, по обстановці, думаю, може ти десь якийсь канал там. Думаю, я тебе тут чуть-чуть. Ні. Все, хорошо, давай тобі, удачі. Давай, не болій. Давай, їж сало, їж масло сливочне. Воно ніхуя не допомагає. Це хто сказав? Ну, це, кажуть доктора, кажуть, це як протектор для легеневих оцих інфекцій. Смазка, коротше. Смазочка, так. Да. Щоб було все чітко, давай. Давай.
Блять. Пацаны, завтра, короче, все срочно в магазин, блять, скупай эти прокладки, делаем лайфхак. Это пиздец. Бля. Поехали дальше. Чего? Да я говорю, что тёлочка не попадается? 10 лет назад, недавно, блядь, боялся на улице выйти, чтобы не спиздили, понимаешь? А сейчас? Ну, сейчас, ну, чуть-чуть постарел. Вес набрал. Вес набрал, качанчик уже не тот, как раньше, понимаешь? То надо чаще эту кукурузу теребонькать. Ну, и слышишь, я б насчёт теребонькать сказал, пытайся чаще, уже ж не то, как раньше. В молодости можно целый день с ладохи в ладоху, как знаешь, то в цирке показывают. Тя-тя-тя-тя-тя, шарики, блядь, а уже все, блядь. 35-40, ну, мне 35 будет. Ну, 40. Так рано еще. Ну, срано, не рано. А ты что, блогер, что ли? Да? Не, продюсер. Ну, хорошая у тебя камера. Блядь, я почему? У меня тоже шикарнейшая камера. Почему у тебя она так хорошо показывает? Ой, а, у тебя кам просто мощный. И за камеру. Он у меня Logitech, вот это последняя, понял? Ну, Brio у меня тоже 4К. Ну да, это у меня. Нет, у меня перед. У тебя 920-е. Да. Бля, ты откуда знаешь? Так я знаю. Ты же контролируешь. У меня просто комп не вытягивает, да? И свет хуевый. Да, скорее всего, свет хуевый. Из-за этого. А так она должна вытягивать. Слышишь? Братан, я посадился на улице и сижу. Слушай, ты мне скажи, не долго. Это правда, что мода с 90-х... Правильно я вот это делал? Опа, дедас! Это вообще, Адик, вообще зачетный. Что, сейчас? Это да. Прикинь, слушай. Это бля, раритет. Это было отложено, гля. Сука, вот это вот тоненько, слышишь, ебать, говна. Ну, не, шикар... это вообще кайф, шикардос. А это сейчас модно, да, сейчас? Вот так, это... в такой только котелочек так... кадрить сейчас надо. Ну, блядь, слушай, я в Луганске живу. Так блядь. ты просто выйдешь, они не на качан будут смотреть, а на эту. Слышь, моим... Не, ладно, шутки. Не, серьезно, я просто хикан, знаешь, такой есть? Вот это? Кто хикан? Хикан, да, вот посмотри, кстати, он прикольный, с Донецка пацан, ну, рассказывает такие вот, про... ну, серьезно, запомни, если ты пройдешь, интересно будет. И потом, я, короче, увидел, что все девки молодые, ну, вот видел, 18, я так, ну, не смотрю, ты не отключай только меня, вот я хочу тебя спросить, я еще вопрос. И смотрю, блядь, эти бабы, блядь, надеваются в этот, ну, а-ля, как мы одевались, там, понял, короче, вот это. Я 85-го года, может, я еще раньше, если... Думаю, ебать, так у меня есть, не в том смысле, и костюм, блядь, как бы, я не то, что его одел, просто... Ну, все идет по кругу, да. Они все так, по кругу и идут. Получается, мода возвращается, сейчас модно 90-е годы, блядь, имеется. Да, потлатые, сейчас надо, видишь, я побрился, надо волосы отращивать, скоро буду с волосами длинными. Вообще, у тебя камера вообще шикарная. Ну, у тебя комп мощный, у меня вообще комп нихуя. Да нет, у меня херня, обычный комп за 5000 гривен. Ты знаешь, что ты на стриме, знаешь, сколько тебя смотрят сейчас? Сколько? Ты не поверишь, нахуй. Да, 2 человека. Да не, 5 человек, 5 смотрят. Красавчик. 5 смотрят, блядь. Не могу тебя скинуть, может, когда-то, может, что-то, блядь. Когда слышишь, у меня 1 000 000 будет, потом скажешь, вот мы, блядь, общались. Слышишь? Вот скажи, серьезно, почему мода... Нет, я понимаю, что она всегда... Почему именно адики, хуядики старые, блядь? Так я не зря на новое лежала у меня там адики, залупядики где-то там. Я не знаю. Я вообще пуму люблю. Фу, братан, смотри, только не выеб. Но это современное. На, чтоб ты не говорил. Нихера себе. Вообще. Очень дорогая, зачет. Штаны, это вообще, блядь, были, да. Это я просто одел теплую обычную вот эту хуйню, как я не смотрю, ну, там холодно, я на улице сегодня стримлю, короче. А что, на улице выгнали из дома, что ли? А не, на летней площадке сегодня плюс 16 в Луганске, понял, короче, думаю, стриману, блядь, пообщаюсь, нахуй. Ну, я тебе скинул ссылку, короче. Понял. А что у вас так сзади такое, такие кубики или что такое? Обои. Да, что, серьезно? Классный. Я думала, поняли, такое живое оно типа стоит. Ну не живое, а... Живое стоит? Здесь в чате только одно стоять может. Чё? В чате там только одно стоять может, это обои. Да-да. А что это вы робите? Вам спать не хочете?
Да не, шаран. А что это вы зашли в чат рулетку? Что вы общаетесь с людьми? Да. Ясно. И откуда вы? С Америки. А у вас Украина написано? Написано Украина, я же довольно украинский. Я же можу украинцем. Не, можете на русский, потому что на украинский я мне не нравится. Просто живу в Америке. Классно вам. Да. Прикольно. Я оце думаю, короче, купить себе туфли и научиться на каблуках ходить. Нашу. Вот. А я хочу моделью стать. Так модели не обязательно на каблуках, чтобы все... Обязательно, ты что гонишь? Серьезно? Обязательно. Я не знаю. Если я пойду на показ, буду показывать на подиум какую-то одежду или что-то еще. Я должна быть не в кроссовках, не это. А лучше без одежды ты все. Как я стриптизером. Им одежду. Вышел, не, показал. Можно без одежды. Можно и, конечно, без так одежды. Вышел, показал, заработал там 100 баксов и все. Все good. Ну, вот именно. Я тоже так думаю. Чем тогда поступать на это? Не, я просто, у меня мечта, понял, короче, моделью стать, я так хочу. Ну, хотя бы не стать, хотя бы поучаствовать вот это в модельном так это проще классе. Пойти вот в модельное агентство записаться, это приватное. Ну, просто я не могу, я сейчас учусь, это, во-первых. Во-вторых, и а не могу учишься? Это позволить, потому что мне нет еще 18. А, в школе еще. Ну, я учусь, не, я не в школе учусь, я учусь это на втором курсе в Бурсе. А, в Бурсе. Там, на кого? На автослесаря, водителя категории С. Ну, если честно, серьезно? Я ничего не понимаю. Ну, просто так пошла, короче, от фантома. Там пацанов много. Сколько пацанов, ну, в группе? Я староста класса, ну, группы, короче. У нас пацаны дебилы. Ничего не понимают. Я не понимаю, зачем они тогда пошли. Ну, ладно, я там, потому что я так пошла, чтобы, короче, отучиться. Это, во-первых, мне потом права дадут. Мне нравится на ЗИЛу. Хочу на ЗИЛу попробовать там ездить или работать, что-то такое. Именно на ЗИЛу? И, да, и я, короче, поеду летом, меня папка будет учить, ну, ездить на ЗИЛу. Там мне всякие запчасти рассказывать, там, как это. Управлять. Мне нравится. Я буду, короче, перевозить там, знаете, что, зерно, семечку, там, песок, такую хуйню. Так лучше КамАЗом тогда. А, ну вообще и КамАЗом. Ну, на КамАЗ надо другая. Либо краса там вообще больше влезет. Другая этот, как вот Б, С, Г, вот категория называется. Да, категория. А с какого ты города? Еще я хочу, чтобы мне папка купил, короче, Ауди такую классную, офигенскую. Так если ты пойдешь на моделью будешь по себе заработать. Не, ну вообще, ну хай мне папка покупает, а что? Тоже а как... потом я ему заработаю на его Урал мотоцикл. А что, что он там стоит? 20 тысяч такой. А может и меньше, а может и больше. А где-то так. Ну что, это мотоцикл какой-то старый, непонятный. Тем более сейчас новых Уралов, я думаю, не выпускают. А чё Уралы? Только старые образцы, потому что ему нравятся какие-то там Уралы. У него в селе, у него там штук 10 мотоциклов. Так откуда ты, я так и не узнаю? Кривый Рог. Так это ж не село, это город. А вообще в Николаевской области. А, ну, так у меня Кривого... папка в селе, а я в городе, типа, живу. А, понял? Ты в городе живешь. Да. Понятно. Тогда удачной тебе модельной жизни. Да, и по-любому мы нам десь побачите, или в рекламе, или десь на YouTube. Зайдешь на YouTube, тебе тоже все побачат в рекламе. А ты что, снимаешь? Да не, сниму. В смысле? Вы снимаете? Да не, просто дивлюсь. Не, ну вы, у вас канал есть твой? Конечно. А у меня сейчас видят все. Конечно, короче, можешь передати привет. Говорю, если кто в Украине смотрит. И, короче, во всех. У мене багато, у мене всі з України. Із Росії. Щоб пройшов этот коронавірус, і ви вийшли нормально, погуляли і побухали. Вот это нормально. Шашлыки пожарить, а то я ховалася в кустах з друзями, щоб мені 17 тисяч штрафа не приписали. Так, да, це жорстко. Короче, давай канал.
Буду дивитися, тебе кожен день. Натурально. Заходь, Медевін, пиши. Медевін Ютуб. Медевін. Медевін? Так. Тебе тобі вийде. Это по-русски, да? Это по-английски. Блін, напиши, тому що я не сильно знаю англійський. Я взагалі його не знаю. Я німецький учила до 3 класу. Я тебе по любасу найду, я тебе отвечаю. 100%. Наконец-то. Накачаний, да? Я не видно. А як ти не знає, значить накачано, але просто наконец-то хоч щось гарне. А як тебе звати? Женя. Я так думаю, що тобі 32 года. Звідки ти знаєш? Ти культуріст. По-любому. Звідки ви це знаєте? Стой! Сьомий стой, год. Стой! 2007 год. І 2008. І 2008. Ти виграє 2 олімпіади. Та не олімпіади, це цей. Соревнування по культуризму. Соревнування, да, по культуризму. Ну да. Давай, п'ятерик. Я його бачила. Ми... Я казала, це він. Ми просто відьми. Ні, серйозно? Ви звідки? З Кременчука? Ну то що, Женьок, як діла? Ну що, Женьок, як діла? Як стрім? Як в тебе стрім проходить? Блядь. Ютубі, да? Да. І як? Сколько подписчиков? Так, да, чуть-чуть. 76. 76 подписчиков? Ти тільки начав чи що? Тисяч. А, ні, ну чо, молодець. Так звідки ви? Тому що ми відьми, ми все про тебе знаємо, чувак. Ну, я тільки що на картах розкинула, на воску вилила. На воску прям? Да. Да. Хоч не на яйцях, це радує. Ні, до яєць ми не добрались, нам хватило воску. Добралась. А ні, ще діло в тому, що... Задній фон міняється. Та, кого? Господи, я тобі такий намалюю 15 разів. Кого задній фон міняє? Тільки що був одним цвітом, ще з другим. І в вас. І грань стула. Диви, та подожди, ми не про тебе говорю. Диви, як грань стула. Вірніше, не з тобою. Бачиш, що тут? Та бачу. Ти хоч якби, я не знаю, там картинку фона поміняю, ну що-нібудь. Ну, а я теж думаю піти в туалет стрімити. Оце ні, ну видно, видно просто, що реально дешовий галімий колаж от тут ззаді стоїть. Це який колаж? Ілі, ну, мислі, як колаж – це шумка. Не колаж, дивишся, світ міняє, світ міняє. Знаєш, дешова, дорога, він знаєш, скільки грошей за нього дав? Це взагалі-то, взагалі-то світ міняється від комп'ютера. Хранив. Ти з 2007 року, коли ти виграв, ілі 2008-го дав всі деньги туди? 2008-го. Хранив до 2020-го і купив його. У 2008-му я виграв чемпіонат і кубок. Ми знаємо. Все знають. Почитайте. І 7-й, і 8-й. Не на, ти два рази виграв. Ти два рази виграв, 7-й і 8-й. Я в один рік виграв. Весною і осінь. Ну, 7-ю і 8-ю. Ти виграв год один і другий. Ні. Там начало було года і кінець года. Начало і кінець. Переход почти восьмий. Короче, пофіг. Дивись, лисий продюсер Женя. Хоча він ніхуя ніяк не продюсер, він видає себе за продюсера. Ну так, да, і хер він кому скаже, що він Женя, і хер він кому скаже, що йому дійсно 32 года. Так. Да. Ну, бля. А що таке, зайчик? Та нічого, третій кати звідти. А що таке? Ми вже не перші, хто узнав? Ні, я не перші. Узнав, а знаєм. Ви перші, кстати. Я була на там чемпіонаті, я його бачила. 2008? Так. Да. Я старша тебе, я бачила. Я 2008 не бачила ні нічого, я просто знаю. Ти бухала, я ж тобі розказувала. Ні, ну це круто, звісно, якщо було. Це було давно. Ні, звісно, ніхто не був на твоєму чемпіонаті, ми просто відьми, ми знаємо. Ну тобі написано, що ти ведеш за себе як за продюсера, але ти ніхуя не продюсер. А хто? А що ти продюсериш вообще? Кого? За що? Безплатно всі. Співати вмієте? Да. Це як заспіваю, господи. Люди з країни потікають. Блядь, щось я не можу догнати.
Ми тебе не знаємо, ми ж говоримо, що ми відьми, ми бачимо одразу.